Окружные депутаты сегодня пересмотрели размеры потребительской корзины ямальцев. В стоимостном выражении она, скорее всего, станет больше. Для трудоспособного населения на 617 рублей, для пенсионеров на 983 рубля, для детей больше, чем на 1000. Помимо этого, учитывая необходимость повышения качества питания населения, в расчетах была увеличена пищевая и биологическая ценность продуктов. В частности, по сравнению с действовавшими нормами, увеличены объемы потребления мяса и мясопродуктов, рыбы, молока, яиц, овощей и фруктов. Одновременно с этим снижены нормы потребления по хлебным продуктам, картофелю, маслу растительному, маргарину и другим жирам.